Я, как всегда, заготовил строительную кисть. I've taken the building brush. И вам советую обзавестись такими. I also recommend to have one. Где много ворса в три слоя. Where the pile is thick, like three layers. К тому же их не жалко, ими можно орудовать как угодно. So, and you can draw with it in any way. Вот. Единственное, что кисть должна иметь ворс, имитирующий щетину. It is supposed to imitate the pile. А здесь и вовсе щетина. Here is the pile. Стоят они недорого, их не жалко. They are quite cheap, so easy to use. Для старта картин, особенно эмоциональных, экспрессивных, очень удобная вещь. To start some emotional, expressive pictures, it's a very good thing. Кроме такой кисти, apart from this, нам понадобится вот такая растопырка. We need some widespread one. Те, кто часто работает, у них у всех есть вот такие. Artists who draw quite often usually have brushes like this. Такие замученные кисти. Yes, like tired brush. Которыми мы будем добывать шерсть. So we will get some fur with this paintbrush. Ну что ж, еще раз здравствуйте. Hello again. У нас сегодня забавная задача. Кот. Today we have such a черный кот на фоне черной ночи. Black cat, yes. Так, мы макнем в жидкость, то есть в разбавитель. We dip the brush into the paint here. И перепачкаем холст черным. And let's dirt the canvas black. Краски кладем немного и распределяем ее. Not much paint, so and spread it evenly. В качестве разбавителя подойдет White Spirit или Skipidar. As a paint thinner, you can use a thing. It's called White Spirit. Uh,
Подожду, когда вы выполните эту задачу. I'm waiting for you to complete this task. И продолжим. And we'll carry on. Фанечка говорит, что уже красиво. Fanny said that it looks beautiful. Художнику Малевичу бы точно понравилось. Малевич would appreciate that. Теперь к нашему замесу добавляем охру. Посмотрим на палитру. Look at the palette. We'll add some ochre to our mix. Черный стал зеленить. Black became a little bit greener. И приблизительный силуэт. So, and rough outline, rough sketch. Чуть белил. Some white. Очень приблизительный. Very rough. То есть та часть кота, которая попала на свет. So this is the part of the cat which is illuminated. Намечаем ее. So we make this outline. Уши делят на три части. The ears divides the canvas into three parts. Шире, уже, уже. Wider, narrower, narrower. Глаза условно находятся на середине формата по высоте. The eyes are conditionally in the middle of the canvas. Чуть выше. A bit higher. Между глазами помещается полтора глаза. Between the eyes there is one and a half eyes. Полтора глаза. One and half eyes. Конусом. It's like a pyramid figure. Ротовая часть. Here is a mouth part. Глаз. Еще один глаз. Получили нос. The eye, one more eye, and we get the nose.
теперь видим, что можно подвинуть. And now we can see that we can move. Это же расстояние примерно roughly the same distance до вот этой точки. Until this point. Распределите более-менее точно место расположения основных черт. So spread the eyes and the mouth neatly, correctly. И еще вопрос. Интересно, можно ли взять уже готовый черный холст, видел вот такие в продаже? Конечно, можно и черный холст. Но нам выгоднее, чтобы готовый черный холст нам не выгоден. Ready black canvas is not advantageous. Поскольку нам нужно вещество краски, чтобы в него вписываться. Because we need the substance to make it in a picture. Нам бы пришлось на черный холст положить черную краску, чтобы в нее вписываться. We would have to load black paint on the canvas to make the picture correctly. Беру белила. I take white. Беру синий. I take blue. Немножко розового. Some pink. Кисть имеет много ворсинок. So the brush has a thick pile. Поэтому ею удобно укладывать ворс любого животного. So it's easy to draw the fur of any animal. Это не чистые белила. It's not only white. Снова те же цвета подмешиваю. Again, the same colors I mix. И процарапываю примерное место расположения уха. And I scratch a rough outline of the ear. Беру небольшую кисть. I take small белила, brush. Охра. White, ochre.